Часть лосося – это жирная кожа, которую очень трудно получить, не съев мясо. Что они делают? Так что волки оставляют другим животным подготовить ее для них. Они намеренно бросают свой улов на берегах рек в поле зрения падальщиков. Дива, интересно? Там волк! Вороны и орланы соблазняются легкой наживой. Какой сильный клюв-то. Они съедают свежее мясо, но оставляют кожу и кости. Икру выплевывают, господи. Когда объедки основательно подгнивают, волки возвращаются и доедают полезные остатки. Куда бы ни приплыли лососи, они становятся пищей для живности побережья. Более 200 видов животных в этих лесах питаются лососями. Бива, это уже слишком, да? Всегда привлекало сюда животных, а это, в свою очередь, привлекало людей. Здесь плотность населения всегда была выше, чем где-либо в стране.